Семья монарха завершила поездку по берегам зеленоводного моря. Под ликование толп и музыку всплесков, да вдоль заборов, за которыми горе, король на память приобрел ожерелье и изумруд очередной фаворитке, а королева ей же пригоршню зелья, да две немыслимо нелепых открытки. И только младшая сестра королевы произнесла: «Я не поеду обратно, я не возьму с собою даже бриллиантов, я стану частью этих сладких напевов, я стану птицей в ветвях этих сосен, я стану влагой рек хрусталеподобных, ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня». Принцесса Марта увозила накидку и из диковинного древа карету, а принц Георг две шоколадные плитки да целый ящик дорогих пистолетов. И только младшая сестра королевы произнесла: «Я не поеду обратно, я не возьму с собою даже бриллиантов, я стану частью этих сладких напевов, я стану птицей в ветвях этих сосен, я стану влагой рек хрусталеподобных, ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня». Навстречу солнцу кавалькада струится, то раздосадованно едет семейство, а той, которой уж без осени 30, а той, которая нашла себе место по праву младшей, но сестры королевы, произнеся: «Я не поеду обратно, я не возьму с собою даже бриллиантов, я стану частью этих сладких напевов, я стану птицей в ветвях этих сосен, я стану влагой рек хрусталеподобных, ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня. Ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня». Я стану влагой рек хрусталеподобных, ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой.